Всем привет! Сегодня решим задачу из открытого банка заданий ФИПИ по математике. Профильная математика, теория вероятностей. Это задание попалось мне, когда я лично как эксперт сдавала ЕГЭ в апреле 2023 года. Это задание было под номером 4. Стрелок стреляет по мишени, делая 4 выстрела. Вероятность того, что он попадет в мишень, равна 0,7. Какова вероятность того, что из этих 4 выстрелов он попадет в мишень 2 раза? Полученный ответ округлите до тысячных. У нас всего стрелок делает 4 выстрела. Из этих 4 выстрелов он, соответственно, должен попасть в мишень. Но не сказано. Первый, второй раз, второй, третий, четвертый, первый, четвертый. Так вот, конечно, мы механически можем пронаблюдать все возможные варианты. Но чтобы этого не делать, так как мы из этих 4 раз должны попасть 2 раза, то для нас важно конкретно, что 2 из 4 мы будем использовать формулу Бернули. Формула Бернули выглядит следующим образом. P, M из N. Это есть число сочетаний M из N. Мы умножаем на P в степени N и на Q в степени N минус N. То есть у нас N 4, а M 2. Вероятность того, что мы попали в мишень 0,7. Тогда наша противоречивая вероятность это 1 минус 0,7. Это будет 0,3. Ну а теперь осталось нам посчитать. Вероятность того, что мы попадаем 2 раза из 4, это есть c, здесь 2 из 4, мы умножаем на 0,7 в квадрате и умножаем на 0,3, 4, соответственно, минус 2. Что у нас получается? Я напомню формулу числа сочетаний. c, m и z. Это есть n факториал поделить на m факториал и умноженное на n минус m факториал. То есть у нас получается, соответственно, 4 факториал. Мы делим на 2 факториал, на 4 минус 2 факториал. 0,7 в квадрате – это 0,49. 4 минус 2 – это 2. 0,3 в квадрате – это 0,9. Теперь давайте поработаем с факториалами. 4 факториал мы делим на 2 факториал и умножим еще на 2 факториал. Если мы 0,49 умножим на 0,9, у нас получается 9 на 9 – 81. 1 пишем 8 в уме. 36 и 8 – это будет 44. И мы отделяем с вами 4 знака. То есть мы должны это число умножить на 0,441. Выбираем парочки гуси-гагарчики. По 4 факториалу мы заберем 2 факториала. Это будет 3 умноженное на 4. А 2 факториала – это 1 на 2. Ну и плюс мы еще умножаем на 0,441. Сокращаем 4 и 2, это будет 2. И в результате у нас будет 6, мы умножаем на 0,441. У нас получается 0,441 мы умножаем на 6. Здесь будет 6, 4 пишем, 2 в уме, 24 и 2, это соответственно 6, и здесь еще 2. Нам сказали, что полученный ответ надо округлить до тысячных. Цифра разряда тысячных – это 4. Мы берем и к предыдущему разряду прибавляем единицу. Поэтому у нас получается приблизительно 0,265. Этот ответ мы записываем в наш бланк. Ответ 0,265.